учебный процесс основан на реализации профессионального модуля, который называется «Организация различных видов деятельности и общения детей». Если вас интересуют дисциплины, то они разные. Это и теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей, трудовой деятельности дошкольников, теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности дошкольников, то есть рисование, аппликации, лепки, конструирование, практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству, потому как воспитателям нужны специальные умения. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста. И одной из функций воспитателя является функция присмотра и ухода. Поэтому нами включена дисциплина методические основы организации совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов при реализации функций присмотра и ухода в дом. В завершении обучения мы предполагаем, что наши курсанты овладеют следующими профессиональными компетенциями: планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня, организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста, организовывать посильный труд и самообслуживание, организовывать общение детей, организовывать продуктивную деятельность дошкольников, организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста, анализировать процессы и результаты организации различных видов деятельности и общения детей и организовывать совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов реализации функций присмотра и ухода. Рабочий день, учебный день, значит, у нас в пределе 40 часов, включая 6 часов самостоятельной работы. Также предусмотрено дистанционное обучение в соответствии с тем, что современный воспитатель должен владеть информационными технологиями, различными методами современного педагогического труда.